Добрый день. Мы начинаем работу нашей конференции «Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны. Подвиг и память». Наше мероприятие сегодня посвящено 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. И здесь будет проходить работа первой секции «Современная историческая наука о битве за Москву» и роли в ней полководцев. Прежде всего, как модератору, разрешите отметить, что конференция проводится при поддержке грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и страхового акционерного общества «Реса Гарантия». Разрешите обратиться к приветствиям, которые нам адресованы. Прежде всего, хотел бы начать приветствие Владимира Антоновича Золотарева, президента Ассоциации историков Второй мировой войны, который в силу ряда объективных причин не может сегодня здесь с нами присутствовать, но передавал большой пламенный трудовой привет и пожелал нам удачной работы, отметив, что впереди, учитывая, что не за горами 7 января, дата начала второго этапа контрнаступления под Москвой 7-8 января и много знаменательных дат, связанных уже с 1942 годом, нам предстоит большая работа, и эта секция является лишь ее началом. Кроме того, в адрес конференции поступило два приветствия, одно из них от руководителя федерального агентства. Ваша конференция является значимой частью просветительского проекта, который Фонд общества памяти воинов Русского экспедиционного корпуса проводит при поддержке Федерального архивного агентства, Российского исторического общества и Московского городского совета ветеранов. Этот проект посвящен 80-летию одного из ключевых событий нашей военной истории – Московской битвы. Важная роль в успешном исходе этого сражения принадлежит полководцам Великой Отечественной войны. Жизни многих из этих выдающихся военных деятелей неразрывно связаны с эпическими вехами истории нашей страны и с ее столицей. Под их руководством наши армии под Москвой остановили, а затем и разгромили врага, освободили мир от нацизма. Биографии легендарных полководцев Победы – неотъемлемая часть нашего исторического и документального наследия. И важно, что впервые в фокусе темы не только и военно-исторические аспекты, но и увлекательные страницы судеб полководцев, связанные с Москвой, и вкладом в жизнь столицы, вопросы увековечения их памяти. Участие представителей вооруженных сил, известных историков и деятелей культуры, архивистов, потомков полководцев делает программу конференции интересной и ценной для самой широкой аудитории. Иллюстрацией к докладам стала выставочная экспозиция, открывшаяся в рамках проекта в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации из фондов музея, частных собраний, семейных архивов военачальников, что дополняет драматическую картину битвы за Москву историями ее героев, помогает почувствовать атмосферу военных лет. Уверен, что участие в подготовке и работе конференции столь широкого круга специалистов будет способствовать включению в научный оборот, активному использованию новой ценной архивной информации, позволит наметить пути совершенствования мемориальной и военно-патриотической работы. Желаю участникам конференции успеха в исследованиях и плодотворного сотрудничества. С уважением, руководитель Федерального архивного агентства Артизов. Кроме того, в адрес мероприятия прибыло также обращение Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Они также приветствуют деятельность конференции. Сложно действительно не согласиться с тем, что данные мероприятия крайне важны, особенно на фоне попыток в ряде государств мира переписать историю Второй мировой войны и дезавуировать великую роль советского народа, народа-победителя и народа-освободителя, внесшего решающий и неоценимый вклад в борьбу с коричневой чумой 20 века – нацизмом. Теперь разрешите перейти к докладам.